Вот он! Вот она, рыба моей мечты! Вот она! Вот она! Это какой-то яичный апокалипсис! Обращаю внимание, трюк выполняет профессионал! Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Кореш24К, а меня зовут профессор Гарибальди. Как же долго мы ждали обновы в Чикинган, а теперь они выходят каждый день. По этому поводу я приготовил для вас несколько интересных наблюдений, которыми хочу поделиться с вами. А в конце я покажу крутой трюк, который еще никто не делал. Если сможете повторить, то напишите об этом в комментариях. Ах да, очень рассчитываю на ваши лайки и подписку. Идем вместе к цели в 200К. Итак, как выяснилось, робота Гудрона перенесли в другое место. Помните, подобное разработчик уже проделывал с будкой сиреноголового? Так вот, чтобы добраться до робота, вам необходимо взять курс в эту сторону. И продолжать лететь, пока не увидите самого робота. Вот он! Вот она, рыба моей мечты! Вот она! Вот она! В отличие от прошлой версии, он стал малоподвижен. Но зато снизу платформы нас ожидает пасхалка на Cartoon Cat. Посмотреть на него можно будет с помощью камеры или расположить какую-нибудь ниже платформу и с помощью порталов спуститься на нее. Ни в коем случае не прыгайте в бездну, иначе снова заспавнитесь на ферме. Новые яйца. Многие еще не знают, что если разбить это яйцо, то из него появится новый яичный монстр. Сломать яйцо у меня пока получилось двумя способами. Либо с помощью лазерной снайперки, либо просто путем удаления этого предмета. Как вы знаете, количество мобов, которые мы можем создать, равно 7. Но с яйцами все работает по-другому. Мы можем создать их столько, сколько позволяет лимит предметов на карте. Я решил сделать, штук 50 и проверить, как поведут себя мобы при таком количестве. Начинаю помогать им вылупиться! Посмотрите, как их уже много! Это какой-то яичный апокалипсис! По-моему, это легальный способ троллить игроков на серверах. Друзья, если вы спросите меня, кореш, в какую игру можно весело провести время, то я с легкостью порекомендую вам обратить внимание на Blockman Go Adventures. Здесь у вас будет доступ к большому количеству мини-игр на любой вкус. Например, Jailbreak, или проще сказать, побег из тюрьмы. В этом огромном городе вам предстоит сыграть роль полицейского или заключенного. Если вы решили встать на сторону закона, то вам необходимо отлавливать сбежавших преступников и возвращать их за решетку. А если же вы выбрали роль заключенного, то для начала хорошенько спланируйте свой побег. У местного барыги закупитесь необходимым инвентарем и вперед совершать грабежи в город. Теперь главное не вернуться обратно. Хотите прокатиться с ветерком в динамичном гоночном симуляторе? Тогда залетаем в Road Rush. Здесь вам предстоит соревноваться с другими игроками на крутых мотоциклах. Прийти первым к финишу будет не так-то просто. Во время движения на трассе вам встретятся различные препятствия, да еще и придется отбиваться от других игроков, зарабатывая валюту и обновляя своего железного коня, чтобы стать самым крутым гонщиком. Для более приятного старта в Blockman Go я приготовил для вас бонус в виде 50 синих кубов. Переходи по ссылке в описании и забирай их, использовав мой промокод. Кстати, не забудь добавиться в друзья, мой ник кореш24к. Награды за гонки. В своем прошлом видео я пожаловался на то, что трассы становятся длиннее и сложнее в плане прохождения, а награды за них никак не увеличиваются. И похоже, разработчик услышал меня, и теперь в обновлении 3.0.0.2 мы получаем гораздо больше монет за победу на новых картах. Это очень круто! Возможно, еще вид транспорта влияет на бонус, либо время нахождения на трассе. Один раз я занял первое место на машине и получил более 200 монет. Просто офигеть! Теперь фармить стало гораздо приятнее. Пользуйтесь! Спасибо разрабу! Также в прошлом моем видео я отмечал баг с умывальником, который раньше после создания нельзя было передвигать, и он становился, как бы прозрачным. Теперь же это оперативно пофиксили, и он работает корректно. И
напоследок, как я и обещал, выполню очень прикольный трюк. Для него мне потребуется новая ракетница и любой автомобиль с нитро-ускорением. Я выбрал мой любимый Бэтмобиль. Задача – выстрелить из ракетницы, сесть в машину, обогнать снаряд, сделать дрифт боком, выпрыгнуть из машины таким образом, чтобы снаряд летел в нее и взорвал. Обращаю внимание, трюк выполняет профессионал. Гонщик нелегальный едет на всей скорости, профессиональный, нет тебе покора на сни. Гонщик нелегальный. Ну что, кто сможет повторить? Пробуйте сами и напишите в комментариях, получилось или нет. Кто выполнит, присылайте записи мне в телегу. Хочу убедиться, что вы справились. Продолжаем искать другие пасхалки и приколы в текущем обновлении. Не забудь поставить лайк и подписаться на канал. С вами был Кореш24К. Смотри другие ролики на моем канале и всем пока-пока!